Всем привет! Сегодня у нас на обзоре принтер Epson 6578. Что входит в комплект? В комплект входит комплект чернил, черный пигментный, цветные тоже пигментные. Кабель питания, телефонный провод, это для факса, это для подключения к компьютеру, документация различная, диск установочный. И вот очень интересный пакетик, я правда не знаю, кто им пользуется. Он нужен для того, чтобы принтер упаковать. Итак, это струйный принтер от компании Epson с печатающей головкой Precision Core. Минимальная капля 3,8, что в принципе для струйного офисного принтера это оптимальный вариант. Принтер идет с системой непрерывной подачи чернил. Есть такие баллоны в комплекте. Если печатаем только черным, это около 7500 страниц при условии 5% заполнения. И также при 5%, если печатаем цветом, 6000 страниц. Значит, что мы еще здесь спереди видим? Сенсорный экранчик, выходной лоток и два лотка для бумаги. Каждый по 250 листов емкости. Также здесь еще здесь сзади лоточек такой, он на 50 листов, но сюда я бы рекомендовал использовать бумагу, которая более плотная, там, допустим, для фотобумаги. Так, едем дальше. Сканер такой потоковый. Точнее, потоковый — это планшетный сканер, а потоковый — вот. Очень удобная штука. 20 листов вставили, отсканировали. Также здесь функция двухстороннего сканирования есть. А у принтера есть функция двухсторонней печати. То есть можно двухсторонне сканировать и распечатать. Очень удобная тема. Значит, этот принтер у нас, производитель заявляет, что он 4 в одном. Это что значит? Итак, этот принтер совмещает 4 функции. Принтер, сканер, копир и факс. Правда, не знаю, кто сейчас факсом пользуется. Нужно еще сказать о скорости печати. Скорость печати 25 страниц в минуту, что в принципе для офисника это, я считаю, оптимальный вариант, учитывая, что это струйный принтер. И вообще сейчас такая тенденция идет на рынке, но это мое сугубо личное мнение, что струя вытесняет лазерку. Почему? Потому что она более экономичная. Ну, у лазерки остался только один плюс, это скорость печати. Вот, все остальное, и то, что она не сохнет, да, вот все остальное, как бы струя уже постепенно вытесняет лазерку. И, ребята, я рекомендую покупать струйные принтеры. В принципе, это будет оптимальный вариант для вас. Вы будете экономить, вы не будете дышать тонером. Вот, в принципе, мне вот очень нравится струйная техника. И дома у меня струйники, и на работе у меня струйники. Вообще, берите струйники. Также мы забыли сказать, что здесь есть Wi-Fi. И также, если мы посмотрим сзади, ну, мы, конечно, увидим здесь дуплекс, лоток для бумаги, как нам уже рассказывали. И здесь идет сетевой кабель. Также здесь идет кабель для факса, ну, телефонный, он идет в комплекте. Это кабель для того, чтобы подключить принтер к компьютеру. Но самое интересное, что здесь еще есть и сетевой кабель, то есть принтер сетевой. Это очень удобно. И также в нем есть Wi-Fi. Итак, это, в принципе, оптимальное решение для среднего офиса на несколько человек. Почему на несколько? Потому что, как мы поняли, он работает по Wi-Fi и по LAN-у. То есть может сразу несколько человек подключиться по нему. На мой взгляд, оптимальное решение в А4 формате. Есть похожая модель в А3 формате, ну, будет время снимать про нее обзорчик. Обращайтесь, ребята, покупайте, подписывайтесь, ставьте лайки, ну и так далее.